Давай, мама. Валентина. А. Все, Валентина, это кто? Это моя мама. Ага. Дальше. А, ты просто снял их, да? Да. Вот это мой двоюродный брат. Погиб 18 лет. На войне, на Великой Отечественной. На Великой Отечественной. А где, какой фронт? На Украине они были, десант. Это какой год? Ой, 43-й, по-моему. Как его звать-то? Александр. Ага. Вот это моего мужа родственники. Жители блокадного Ленинграда, как и моя мама тоже. Вот эти. Ага, дальше. Так, вот там следующая угловая, там мой свёкор. Вот здесь. Ой, а какой здесь? Самый такой красивый. Самый красивый? Уголковый сидит. Офигеть. А, свёкор. Да, вот это мой двоюродный брат. Живой кто погиб? Ты кто живой? Кто погиб из них? Они все отслужили. Ага. Все отслужили. Теперь где мой? Вот этот дядя. Вот. Вот это мой дядя. Дядя Миша в Москве похоронен на Новодевичьем кладбище. Ого. Офицер. За что это он так? Заслуги такие? Ну, вот у него какая-то вот фигня. Я не помню уже, что рассказывали. Я помню. Так. Что мы топчемся? Так. Вот это... Моего мужа бабушка, вот это. Моего мужа бабушка. Мужа бабушка? Да. Это в каком году вторая-то сделана? Ой, сынок, я бы знал, сказал. Это ее сын Вася, погиб во время Великой Отечественной. Ага, какой фронт-то? Ой, не знаю. Это мой папа. Это моя сестра. Ой. Родная. Да. Ага. Вот это мои два деда, мамин и папин. Да, они вместе терапировались, два деда. Да, вот приехали, фотографировались. Это в каком году они? Детей. Ой, у меня дед был, вот мамин папа, он был начальником казенной Омской железной дороги. Ого. Вот это неродная мама моего папы. Ага. Это все неверно. Это, наверное, я. Ну вот, и это вот такой большой сборник портретов. Так. Висит на спектакле в одной счастливой деревне. Одной счастливой деревне. Да. А это Светлана. Это Светлана. Светланочка вот готовит. Да. Подмазывает, подкрашивает, подклеивает. Ой, вот еще они. Света умничка у нас. Вот. Моя тетя, ее муж, моя двоюродная сестра и ее муж. Света, я тебя похвалю, хочешь? Да. И я похвалю. Света! Вместе. Вместе, давай. Света, мы очень даже гордимся тобой. Ты умничка на все руки, все ноги и на голову. Мы тебя любим. Мы тебя любим. Муа-муа-муа. А ты нас? Ну-ка. А что голову-то опустила? Мы тень. О! Ну ладно. Ну ладно, да. Вот Коленька пойдет теперь у нас.